Привет, друзья, Фикса, и добро пожаловать обратно в Майнкрафт, и добро пожаловать на новый один блок. Как вы поняли, этот один блок максимально необычный, ведь с каждым разом он будет все уменьшаться и уменьшаться. Пока что этот один блок выглядит максимально привычным для нас, но как только мы начнем его добывать, он сразу же начнет уменьшаться. И самое интересное, что рано или поздно он просто может пропасть, мы его полностью сломаем, он будет как один пиксель. И самое главное, что из него нам будут выпадать новые, крутые, различные предметы, которые вы еще не видели. Но перед тем, как мы начнем, надеюсь, что вы уже поставили лайк и даже подписались на канал. А если нет, то самое время это сделать. Ведь нас уже почти 8 миллионов. А чтобы точно было 8 миллионов, нужно, чтобы ты подписался на канал. Спасибо огромное, а мы начинаем. Приятного просмотра. Ух, все начинается так. Самая первая добыча блока. Поехали, надеюсь, что я не упаду вниз. Нам сразу же дали 39 бедрока. Что вообще? Окей, а если я еще раз добуду, то... Мне дали вагонетку с командным блоком. По сути, мы можем взять уже этот бедрок поставить. Так куда бы его поставить, то он вообще не ставится ни в какую. Нет! Нет! Что я наделал? Что я наделал? Я не хотел ставить его сюда. Ну что же, спасибо, Рома, за просмотр. Погодите, мне кажется, или он уже начал уменьшаться? Вы посмотрите. Нет! Я думал, что я упал. Нет, все нормально, я жив, без паники. Если вот так приглядеться, то бедрок намного больше, намного шире, чем вот этот вот один блок наш. Я не думал, что он будет уменьшаться настолько быстро. Так, продолжаем его добывать. Надеюсь, что нам будут выпадать очень крутые различные предметы. Лазуритовая руда. Зачем не могу? Это еще что? Бедроковая курятина. Стоп, давайте попробуем ее скушать. Я не голоден, пока что не могу. Тогда давайте будем строиться вот куда-нибудь сюда. Я придумал, мы обустроим наш один блок бедроком, чтобы точно никто никогда в жизни не сломал. Интересно, так. Тогда кто вообще сломал бедро, который был на одном блоке? Это я был, Фиксай. Подожди, ты что ли? Да, я пришел к тебе на помощь. Спасибо огромное, бог Майнкрафта. Интересно, если я уменьшусь, смогу ли я проникнуть в эту щель? Мне кажется, 100% да. Эх, бедные микробы, которые прямо сейчас вот здесь вот находятся и упали в эту впадину. Ну, это, в принципе, уже не наша проблема. Продолжаем добывать один блок. Так, печеньки уже выпали, также трава вообще великолепна. Кольчуга, наша первая броня, 100% пригодится, потому что скоро ночь. А значит то, что будут спавниться злые мобы. Оно нам вообще не нужно. Деревянный топор. Что если я буду добывать им этот один блок? Так, скорость никак не меняется. Зато у нас есть кости. Если найдем какую-нибудь собачку, сможем приручить. Кожаный шлем надеваем. Мертвый куст. Думаю, выкидываем. Красный шелковый ящик. В принципе, он нам может пригодиться. Можем его поставить сюда и складывать различные полезные нам предметы. Ну, например, маг такой полезный, что вообще офигеешь. Офигеть, алмазная мотыга! А это еще что такое было? Чанг с землей? Ребят, я впервые такое вижу вообще. Это что? Стоп, неужели? А что если я поставлю это сюда? Офигеть! Я не думал, что он будет настолько гигантским. Ребят, это прям настоящий натуральный чанг с землей. А это за что мы с вами сможем добыть кучу земли? Куча блоков и простроиться куда-нибудь. Эх, вот куда, если честно, непонятно пока. Продолжаем добывать. Он еще больше уменьшился, посмотрите. Эх, а пока что полезные ресурсы нам вообще не падают. Пожалуйста, давай один блок дай. Отлично, эндер жемчуги. Уже хоть что-то. Так, зелье опыта, порох, все пока что вообще не то. Железная дверь. И что я могу с этой штукой сделать? Просто поставить и оккупировать себя этими железными дверьми? Полезно. Это что такое? Бедроковая кожа. Наверняка из нее можно что-то крафтить, но пока что неизвестно что. Нам нужно дерево, нам нужно срочно выбить дерево. Так, деревянная кирка тоже пока что не полезна. Дайте дерево, да не поршни, да нет, не этот ковер, не лампы. Ах, не слаймы. Лед? Двери? Серьезно? У меня заполнился инвентарь уже. Так, мой красный шелковый ящик. Положим это все вот сюда вот. Вдруг нам это все пригодится, кто его знает. Как минимум дрожжемчик мы с вами заберем. Продолжаем добывать. Еще кожа. Что? Железные блоки! Отлично! Но вот только они немножко бесполезны, потому что у меня до сих пор нету дерева! Продолжаем добывать картошка, чтобы покушать. Кстати, говорю, я уже столько времени здесь бегаю, а у меня голод до сих пор не потратился, хотя у меня сложность нормальная стоит. Нормально. Алмазные блоки! И опять-таки я их не могу добыть, потому что у нас верстак! Неужели? И что он мне даст? Я ж не могу сделать из этого дерева. И из лодки тоже не могу. Пожалуйста, бог Майнкрафта, дай мне дерево. Продолжаем добывать. Так, это еще что такое? Чанг с железом? Только не говорите, что этот чанг будет точно такой же, как чанг с этой землей. Проверим. Ха-ха! Реально! В принципе, можем сами добыть, потому что у нас здесь каменная кирка, но вот без дерева...
Хрева, мы не сможем это... Куда пропал? Напугал меня, я думал, пропал, исчез уже. Так, свыпал что-то интересное. Бирка. Стоп, бедроковая кожа. Давайте попробуем скрафтить что-нибудь. Ничего не крафтится. Может быть, штаны? Тоже нет. А что я тогда могу сделать? А, вот, смотрите. Мы с вами можем делать реально бедроковый шлем. Бедроковые нагрудники и все остальное. Вот только непонятно, для чего нам бедроковая кожа нужна. Так, вот, бедроковая палка. Где мне ее достать? Может быть, я могу взять свой бедрок и попробовать из него сделать? Раз, два. Нет, не работает. В любом случае, мы с вами сейчас сделаем нагрудник. Да. Также сделаем ботинки. Это штаны, неважно. А также шлем. Теперь это все дело мы с вами выкидываем и надеваем. Офигеть, как у меня много новых жизней появилось. Продолжаем добывать один блок. Какой же он уже маленький, вы посмотрите. В него реально уже можно провалиться. Пустой блок, а он для чего? Мы сможем его вот так поставить и... Вот он находится здесь. И по сути я могу на него прыгнуть, да? Нет, я не могу на него прыгнуть, это была ошибка. О нет. Кажись, мне конец. Ну за что? Я не знаю. О, зато мы появились с вами здесь. В принципе, тоже неплохо. Будем копать вниз и добывать постепенно железо. Хотя у нас будет так много, поэтому просто спрыгнем. А, боюсь, просто так у нас это сделать не получится. А это еще что такое? Я там вижу! Этого раньше здесь не было! Это гигантский космический корабль и гигантский остров, парящий в воздухе. Так, нам нужно 100% туда отправляться. Но для начала все-таки я хочу добыть дерево. Кстати, у нас закончился голод, поэтому попробуем бедроковую курятину. Так, и... Нам дали полет! Поэтому мы можем просто... И где мой обещанный полет? Я просто упал. Вот мы с вами и здесь. Полымя, мы теперь с вами можем сделать око эндера. Вы только сравните вот этот блок травы и наш один блок, который уже полностью уменьшился. Так, это еще что такое? Уменьшающая пушка. Так, это выглядит как какой-то дробовик. И что я могу делать? А пока что абсолютно ничего. Ладно, отправимся на этот остров и посмотрим, кого мы там с вами сможем уменьшить. Стоп, в смысле у меня все это время дуб был, что ли? Ладно, я просто промолчу. Наконец-то мы можем сделать палки. Нет, стоп, сначала мы сделаем другое. Выкинем весь мусор. Теперь переработаем. Работаем все железо, сделаем железную кирку, сделаем также лопату, железную лопату и попробуем, будет ли она быстрее добывать? Да, намного быстрее добывать, теперь все это... Так, стоп, мне показалось или мне выпали алмазы? Окей, забываем про наше железо, можем его теперь полностью выкинуть. Делаем тогда еще палки и делаем алмазную лопату. Мы сейчас будем с такой скоростью добывать этот блок, что все в шоке будет. Все в этом мире просто превзойдет себя. А также на всякий случай сделаем еще себе алмазный меч. Нужно быть готовым ко всему. Теперь берем алмазную лопату и пошла добыча. Господи, как же это быстро. Так, с мне выпал, кажется, еще один какой-то чанг. Да, это чанг с золотом. А почему это выглядит как чанг с изумрудами? Попробуем использовать. И это реально чанг с золотом. Это, если честно, странно. Блок, что с тобой стало? Не пугай. Так, с миллиарды сундуков. Думаю, эта штука нам пригодится 100%. Ставим миллиарды сундуков и закидываем все это все ресурсы. Продолжаем добывать. Одного блока скоро не станет. Так, с нами выпала еще одна уменьшающая пушка. Обратно закидываем все это. И продолжаем добывать. Нам даже у Кендера выпали уже полноценные. Бедроковая кирка? И на что она способна? Она просто очень сильно и быстро добывает блоки. Супер. А, один блок становится все меньше и меньше. Мне уже страшно, что он скоро исчезнет. Еще и чанг с алмазами выпал? Ребят, я только что уничтожил все наши сундуки. Нет, все мои вещи. Это печально. Ничего не скажешь. Давай. О, еще сундуки. Отлично. В этот раз я точно их не прокакаю. Яйцо призыва непонятно чего. Полезно. Так, мне выпала еще увеличивающая пушка. Так, слушайте. А, только есть проблема, я свою уменьшающую закинул в сундук, который сломался. Хотя там куча вещей наверху. Возможно, есть шанс, что эта пушка находится там. Быстренько, быстренько, спецназ работает. Поднимаемся наверх, смотрим. Надеюсь, она там реально есть. Да, я ее вижу. Абсолютно еще не все сломалось. Ой, какое счастье. Теперь мы с вами отправляемся на этот странный остров. Мне реально интересно узнать, что там находится. Ух, ну с богом. А! Оказывается, все это время я реально мог летать. Мне не обязательно нужно было строить этот мост. Я мог просто полететь. Вот как эта штука работает. Бедроковая курятина просто мастерская. Офигеть, все, мы здесь. Такс, и что мы здесь с вами должны найти? Я вижу какую-то зомби-лошадь. Чтобы она будет меня кусать, интересно? Нет, она добрая. Привет, зомби-лошадь. Не знаю, что с тобой случилось, но выглядишь ты просто отпадно на все 100 баллов. Берем уменьшающую пушку и пробуем. Ха! Я, конечно, думал, что это работает, но чтоб настолько классно. Вы посмотрите, какая она маленькая. Стоп, а если мы возьмем увеличивающую пушку? Да ладно, не может быть. Она начала получать себе урон. Господи, у меня лагает весь компьютер, надо поменьше сделать. Так, кушаем бедроковую курятину. А теперь взлетаем и смотрим, насколько она огромная. Я хочу еще и больше сделать. Получится? Давай. Да, получается. Ребят, ну вы видели когда-нибудь в жизни еще больше лошадь, чем это? Ну конечно, бамбуль-то вообще самый огромный. Понять бы теперь, как эту лошадь уменьшить. У меня не получается, я не знаю, как ее уменьшить. Где у нее хитбокс вообще находится? Я его не вижу.
вижу. Такое ощущение, что мы никогда теперь в жизни не сможем сделать ее обычной. Ладно, у нас будет гигантская лошадь, почему бы и нет? А что с этими жителями-то не так? Почему? Ребят, мы, кажется, сами нашли деревню гигантов. Так, жители, ты какой-то слишком огромный. Давай-ка я тебя поменьше сделаю. Будешь знать, ага, будешь знать. Хотя ладно, оставайся таким же большим. Мы сейчас проверим этих жителей на честность. Так, привет, житель, я вообще-то здесь. Да. А ты можешь мне, пожалуйста, обменять эту каменную кирку на одну пшеницу? Тебе вообще все равно? Ладно, ничего с тобой делать не буду. Будешь знать, как со мной не торговаться! Вот и все. Плыви там, ага, плыви. Капец, какая-то гигантская корова, мы тоже ее уменьшим. Так, ну в принципе, это забавно. Можем лететь обратно. Привет, Канина. Пока, Канина. Нам нужно до конца добыть этот блок, чтобы узнать, что еще нам может такого интересного выпасть. Опачки, а вот мы и здесь. Продолжаем добывать. Ничего не вижу. До того момента, пока у нас не заполнится инвентарь. Интересно, а если я встану на этот один блок, я смогу на нем держаться? А провалиться смогу? Нет, пока что не могу, поэтому стоим на нем и добываем. Так, все. Вы это видели? 37 порталов N! Восхитительно! Давай, что-нибудь интересное! Я ничего вообще не вижу! Так, нам выпал лук, нам выпали стрелы. Бедроковый меч на 11 урона, отлично! А теперь я смогу провалиться? Нет, до сих пор не могу. А вот предметы еще как выпадают. О нет, там тотем бессмертия полетел вниз. Так, теперь могу провалиться? Нет, все же еще не могу. Этот блок уже настолько малюсенький, что я его не вижу. Вот теперь наверняка могу провалиться. Нет, все-таки не могу. Я устойчив на таком малюсеньком блоке. Нет! Неужели один блок пропал? Ведь я смог провалиться. Так, скушаем бутроковую курятину. Не могу ее скушать. Тогда прыгаем вниз. Надеюсь, хпшки мне хватит. Отлично. Все, он исчез. Его больше нет. Впадина, пустота. Не отчаиваемся. Может быть, бутроковую кожу можно кушать? Нет, нельзя. Бесполезная штука. Берем портал Вент, нашего Кэндера, кушаем бутроковую курятину и отправляемся к дракону. Пам-п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 ам. Взлетаем. Господи, какой это гигантский эндермен. Берем наши стрелы и стреляем по кристаллам. Все легко и просто. Как хорошо, что мы с вами можем летать. Интересно, можем с вами увеличить кристалл Энда? Нет, кажись, не можем. Остался последний кристалл. Ломаем. Отлично. Взрываем. Все, дракон, остались только мы с тобой. А еще супер гигантский эндермен. Ух, какой страшный. Ребят, мы сами уменьшили дракона. Какой он малюсенький теперь. Ну давай, дракон, иди сюда. Один на один, как летающий с летуном. Так, он спускается. Подбегаем и ударяем. Такого маленького с одного удара буквально. Привет, эндермены. А теперь прыгаем. Ну что, друзья, надеюсь, вам понравился данный ролик. Если так, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями. А для вас, Влада Фикса, не забывайте смотреть предыдущие видео, ведь они очень интересные. Кликай по ним прямо сейчас. Всем удачи, до скорой встречи, пока. Увидимся в следующем ролике. Пока.